time. Привет всем неравнодушным к миру шоу-бизнеса. Меня зовут Андрей Галтеев, вы смотрите News Time. И прямо сейчас о самых интересных событиях. News Time. Легалайз проломил стену в клипе группы «Сдоб-шиздуб» «Балкана мама». Новое видео символизирует объединение народов. В работе также приняла участие румынская певица Лоредана. News Time. Лейбл Black Star лишился около миллиарда просмотров на YouTube. По сообщениям прессы, видеохостинг удалил значительное число просмотров у клипов лейбла, которые признал накрученными. News Time. Дорогие друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. News Time. В Нью-Йорке отгремела юбилейная 60-я премия Грэмми. Перед началом американские звезды не упустили возможность сверкнуть яркими нарядами. Леди Гага, отменившая в прошедшем году мировой тур из-за болей в суставах, появилась на Грэмми в весьма мрачном образе. «Я видел тебя столько раз, но сегодня ты шикарна как никогда». Вернувшаяся на сцену после многолетних судов с бывшим продюсером, певица Кеша тем временем выгуливала свои украшения. «Не уверен, что я сегодня выиграю, но если это вдруг случится, то я буду отмечать вместе с семьей. У меня двое детей». Но несмотря на многочисленные номинации, Луис Фонси так и не получил заветную статуэтку. Зато абсолютным триумфатором Грэмми стал Бруно Марс. Певец победил во всех 6 номинациях, где был представлен, в том числе альбом года. «Я хочу обратиться ко всем, кто был представлен со мной в этой категории. Лорд, Джей Зи, Гамбино. Вы — причина, по которой я каждый раз прихожу в студию. Спасибо, что вы дарите свою музыку этому миру». На втором месте по числу наград оказался Кендрик Ламар, победивший в том числе в номинации «Лучший рэп-альбом». А вот победа Эда Ширана в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» обернулась скандалом. Сам певец на Грэмми не появился, но гнев на себя вызвал фактом победы. «Люблю, когда номинированы 4 женщины, и лишь единственный мужчина среди них побеждает. Я считаю, что Кешу ограбили». Справедливым был бы любой вариант, кроме Эда Ширана. Ну а всего на прошедшие Грэмми статуэтки раздали в 75 категориях. Победителями также стали Kraftwerk, The Weeknd, Shakira и другие. Друзья, на сегодня все. Вы смотрели News Time. Меня зовут Андрей Галтеев. Пока. News Time.